Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И сегодня я для вас подготовил такой сборничек, скажем, моих побед, как я продвигаюсь по лиге. Как видите, я сейчас перешел в пятую лигу, ребята. И давайте мы посмотрим эту колоду. Для начала мы, как говорится, сделаем затравочку. Проверим, что у нас здесь будут за игроки, с чем мы столкнемся и как нам дальше поступать. Так что поехали, будем смотреть. Ну, давай сыграем в игру. Понеслась, короче, у них тут резня, ребята. Угу. Здесь мы проиграли, это однозначно. Понятно. Будем знать, что здесь находится щитовик. Так, тут, наверное, да, тут, скорее всего, тоже мы проиграли. Да, так оно и есть. Командос добил нас. Так что, ребята, здесь в этом видео я буду делать чисто свои победы, как я проходил. Не буду, как говорится, вас томить, все это будет вырезаться, как говорится, потом монтироваться. Так что, ребятушки, а вот это у нас для того, чтобы, ну, просто прицениться, так скажем. Так, хорошо, победа есть, замечательно. Ну, а что нас здесь ожидает? Ну, скорее всего, здесь мы, да, ребят, мы здесь проходим. Потому что команда убивает снайпершу, и победа за нами. Это всего лишь вторая, по-моему, да? Маловато. О, здесь проиграли, ребята, однозначно, потому что нам не пробить, этот ворох солдат вражеских, поэтому... А вот здесь вот, возможно, есть шанс. Нет, нет никаких шансов, хотя подождите. Ну-н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 у, нет, нет, проиграли. Жаль, жаль, конечно. Ух ты, 19 уровня, 19-го, елки-палки, это что за фанат, сколько он играл, я не знаю, я 14 уровень не могу поднять, а он 19-го. Так, ребята, в общей сложности у нас 2 победы, ну и что же, теперь будем делать, как говорится, нарезку. Так, я, ну, в четверке лидеров я нахожусь, ребята. Так, что можно здесь поменять? Конечно, не хотелось бы ничего менять. Может быть, просто местоположение, расстановочку небольшую сделать. Хотя можно было бы взять и строителя, и также можно было бы взять щитовика. Но я, наверное, вот так вот сделаю, ребят. Посмотрим, к чему у нас это приведет все дело. Да, огнеметчик будет сзади, потому что если его взорвут, то мои воины не пройдут. Так что давайте смотреть, как у нас пройдет этот, ребятушки, бой. Давайте возьмем вот этого. Поехали. Угу. Очень даже хорошо, ребят, смотрите. Сейчас мы их зажарим и расстреляем, естественно, Соньку. Оу. Было очень-очень опасно. Но, тем не менее, мы выиграли. Едем дальше. Так, что у нас тут? Вот так мы сделаем, чуть-чуть подальше. Потому что с этим охламоном шутить не стоит. Ну, должно прокатить все, ребят. Так, отлично. Хе-хе-хе. О чем я вам говорил? Будут только лишь одни победы. Так, а здесь нам надо немножко по-другому, ребята, сделать. Здесь мы, скорее всего, возьмем с вами строителя, потому что он здесь больше нужен нам. Так что, ребятушки, давайте смотреть, как моя комбинация здесь выручает ситуацию. Так, они все под усилением, как вы видите. Потому что Кэп им эту возможность дал. Но он падает от командоса. Так что, ребята, опять же победа за нами. Замечательно, просто чудесно. Так, сколько нам еще нужно побед, чтобы мы стали... Оу, еще 4... 3, 3 победы нужно, чтобы мы стали лидером. Мы обязательно этого добьемся. Так, понеслась. Ага, замечательно. Хорошо. Просто замечательно, ребят. Тут нет никаких слов. Чистая победа. Так что давайте двигаться дальше. Так, вот тут не знаю. Ну, может быть, вот так вот. Куда ты у меня там провалился? Так, давайте-ка начнем вот с этого. С лидера, так скажем. Опачки. О, ребят, здесь никаких шансов у него нету, потому что у меня все чувачки к огнестрелу просто невосприимчивы. И вот она, очередная наша победа. Угу, здесь у нас вот так вот будет комбинация эта выставлена, потому что, ребята,
Сонька нужна на прикрытии. Так что будем смотреть, прокатит ли. Да, да, ребята, прокатит и еще как. Кэпу здесь просто-напросто не жить. Ха-ха, замечательно. Ну что же, мы, наверное, уже в лидерах, да? Сейчас мы посмотрим. Нет, ребята, еще не в лидерах, к сожалению, но это дело поправимое. Все равно я ведь добью их всех, абсолютно всех. Тем более тут всего лишь два врага осталось. Давайте кромсать их. Угу. Оу. Так, 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 так. Какого лешего? Как так ты умудрился? Просто расстреляли бедного командоса. Ё-моё, он еще и на зомбарей переключился. В общем, нам здесь, ребята, чистой воды фартануло. Но это и к лучшему. Так, ну что же, еще два вражина. Так, вот я не понимаю, иногда почему-то вот такой, ребята, затемненный экран с чем-то связано. Ума пока не приложу. Все, огнеметчика взорвали. Вот она, предпоследняя наша победа, ребята. И еще один бой остался нам всего лишь сделать для того, чтобы стать лидером, да? Да, ребята, именно так оно и будет. Так что поехали. Угу. Сгорели охламоны. Теперь главное, да. Оу, ничья даже. Ха-ха. Но, тем не менее, победу присвоили нам. Так что, ребята, мы стали теперь лидерами, фаворитами этой пятой лиги на данный момент. Естественно, конечно же, все это поменяется, потому что нам еще один день, 21 час ждать. Но, поверьте мне, я буду это все держать под контролем. И никто от меня не уйдет. И никто не займет мое первое почетное место. Так, что нам здесь достанется? Угу. Пакетик с кровью, это хорошо. Плюс 3 к хп. То, что надо. Я как раз могу кого-нибудь достаточно хорошо усилить в плане житух. Так, а кого вот только? Я пока не знаю. По деньгам, ребята, у меня очень кисло, как вы видите. 353 золотых. А здесь нужно 860. А если мы сейчас вот так вот... Да, ребята, 860 монет надо. Ну что же, это дело поправимое. В принципе, за пару часов эти деньги можно получить. Так, берем. Ну, даже 400 монет осталось. Так что, ребята, увидимся уже с вами в следующей лиге. Не пропадайте. О, погоди-ка, погоди-ка, в следующей лиге. Какого-то перепуга, блин. Я не успел ничего сделать. Уже мое место почетное заняли, а? Вот о чем я вам и говорил. Получил свое, а? Будешь знать, где твое место. Все равно я буду в лидерах. Да? В лидерах же? Да в лидерах, конечно. Ну, я вам скажу одно, ребята. Стоит мне только выйти из игры на минут 10, как меня могут резко с первого места на четвертое или на пятое опустить. А может быть, даже и на последнее. Потому что за этой, так сказать, лигой нужно постоянно контролировать. Нужно постоянно смотреть. Потому что ребята заходят, играют. Также под твою команду составляют другую, свою команду. Естественно, разбивает потом. Ну и, в общем, вот это вот волокита постоянно до последних минут игры. Главное, нужно продержаться в лидерах, вот в четверке лидеров. Тогда вы автоматом перейдете по завершению времени на следующую лигу. Ну, это, честно говоря, очень сложно сделать, а тем более мне, потому что я работаю. И как бы некогда все время здесь находиться. Но мы постараемся, ребят, как можно больше проводить здесь времени. И надеюсь, у нас все получится. Так что, ребят, давайте до следующей лиги. Увидимся с вами вскоре. Ну что, дорогие мои друзья, продолжаем играть в зомби-войну. И мы с вами должны, по идее, перейти в следующую лигу, если меня никто не скинул за это время отсутствия. Ух, отлично, ребята, мы с вами перешли в шестую лигу. Так, ну что, давайте делать затравочку. Будем смотреть, что здесь за хламоны у нас находятся. Как говорится, делаем в бой, проходим 9 этапов и смотрим, какой у нас здесь получится результат. Ага. Слушайте, ребята, первая победа за нами. Это как пить дать. Ой, нет. Что это я так... Вперед, батьки-то. Хотя, погодите. Нет. Нет, все-таки он меня завалил, а? От кэп. Вот охламон, а? Из-под тишка. Ладно, что у нас здесь будет? Ну, здесь победа. Замечательно. Так, следующий бой у нас. Что покажет? Какие результаты? Хреновые какие-то результаты он показывает нам, блин.
Смотрите-ка, здесь у нас на шестой лиге в основном любят выставлять огнеметчика. Угу. Оу, хорошо мы ее там прижучили, да? Ну-ка, здесь нас что ожидает? Это у нас пятый бой, еще четыре боя впереди. Отлично, отлично было сыграно, просто превосходно. Даже не подкопаться. Как говорится, комарик носа не подточит. Оу, щет, ничего себе разобрали они. Так, ну а тут? Давай жги. Молодец, да, молодец, конечно. Не прокатило, ладно. Будем немножко, наверное, ребята, с дистанцией что-то делать. Слишком близко они, по ходу дела, у меня стоят. Ну, этих-то должны завалить. А нет, тут этот Кэп. А Кэп тут очень вредный. Он мало того, что он бронированный, плюс он огнестрел. Черт, как не вовремя огонь закончился. Ну, да давай ты. Да, без вариантов, конечно. Ну-ка, здесь. Вау, щитовика снесли, это уже плюс. Да ладно тебе, да как так быстро-то? Ну, фигею я просто, блин, ребят, ну... Так, все, сейчас расстреляют. Да, снайперша пала. Хорошо, ребята, три победы у нас из 9, то есть 6 вражин нужно еще победить для того, чтобы перейти, естественно, в лидеры. Ну, как вы знаете, нам это все, ребята, по плечу, так что будем стараться, будем как-то выеживаться, но победа будет наша. Так, кого? Кого поставить? Давайте попробуем вот так вот сделать комбинацию, ребята, потому что я смотрю, Кэп тут тоже у них рулит. И начнем вот с этого. Прокатит, не прокатит, это уже другой вопрос. Главное попытаться. Так, замечательно. Ага. Оу. Так, ну. Ёлки-палки, ребята. Сейчас моя снайперша, по идее, должна ее завалить. Есть. Победа за нами. Так что, поехали дальше. Не будем томиться здесь, на месте. Так, ребятушка, а здесь у нас... Вот они, охламончики, да? Ну-ка. Опа-на. Так, давай-давай-давай, расстреливай под усилением. Давайте, жгите. Черт подери. Блин, щекотливая ситуация. Снайперша, как обычно, продует у меня здесь, наверное, да, ребят? Ну-ка. Ох, ё-моё, ребята, меня тут, грубо говоря, меня спасли зомби. Парадокс просто. Поехали. Так, тут у нас еще троечка осталась, ребята, незабвенная, блин. Как они тут постоянно меняются? Не успеваешь с одними разобраться, как уже другие лезут. Давайте, наверное, вот так попробуем. Огнеметчик нам здесь нужен, по-любому, потому что будем сейчас жарить. Жарить по-жесткому. И надеюсь, у нас тут все получится. Так, вот он, щитовик этот. Хотя мы его снесли, это уже плюс. Оу, все, нет вариантов, ребята, у них, точнее, шансов. Какого лешего? Ты видел, как эта Соня поступила? Она просто дала пинка моему командос и тут сдох. Ну да ладно, ребята. Все равно победа за нами, а мы с вами продвигаемся дальше. И у нас всего лишь-то тут два чувачка осталось. Ух. Оу, тихо-тихо. Опачки, готовы, охламоны. И, да, ребята, здесь победа за нами. Хе-хе-хе. Команда мой все-таки хорошо урял, как шелудивых псов. И очередная победа за нами, ребята. У нас там осталась еще одна вражина. И мы становимся с вами лидерами. Да-да-да. Погоди-ка, хотя нет. В общем, сейчас посмотрим. Так, пошло дело, пошло. Да куда уж там тебе, Соня? Отдохни вот тут, полежи. Так, ну, по-моему, лидерами мы еще не становимся. Нет, ребята, не становимся. Давайте попробуем этого охламона зажать. Ну, гори. Ах ты! Ну, есть. Кэп меня выручил, ребята, в этой ситуации. За что я ему очень сильно признателен. А вот теперь мы уже точно становимся с вами лидерами. Ну? Да, первое место... Ах ты, посмотри-ка, какой-то на 10-м месте охламон появился, а? Иди отсюда. Бежит он на меня. Гори в аду. Все, Кэп, тебе здесь делать нечего. Ты не потянешь, ты не справишься против нас. Кул, что я могу еще сказать? Так, ну что, ребята, мы с вами фавориты. И мне кажется, что настала пора немножко укрепить своих солдатиков, да? У нас 1358 монет. Так, здесь забираем. Еще становится побольше. Ага, почти 1500.
Что мы можем с вами улучшить или кого? Давайте, наверное, огнеметчика. Да, как раз он мне пригодится очень сильно. Так, есть что-нибудь получше-то у нас? Нету ни шиша. 860 золотых потратить, я думаю, оно того стоит. Он нам еще сыграет добрую свою службу, ребят. Так, и давайте радио фигли делать-то. Ай-яй-яй-яй-яй, денег-то, конечно. Как же я мог забыть про деньги-то, елки-палки. Давайте продадим, наверное, с вами излишки. Ну, в данный момент здесь можно продать даже таблетки. А почему бы и нет? Так, давайте продадим. Нам нужно сколько там? 1000 с лишним? 1212. Должны набрать, ребят, должны набрать. Ну, на худой конец продадим что-нибудь дорогое. Так, где у нас торгаш? Вот он. Так, давайте таблетки. Так, 1212 нам нужно, да? Ну, давайте вот так еще. Ёлки-палки, ну давай. Все, ребят, накопили нужную сумму. Давайте вот так вот уравняем до шестерочки. Все, отлично. Так, ну что, поднимаем еще один уровень нашему огнеметчику. Да, он у меня 11-го становится. Это получается еще 2 левела надо будет ему проапать. И он будет по фулу. Ну что же, замечательно. Так, ребят, ну что, я думаю, мы, наверное, уже с вами увидимся на следующей лиге. Почему бы и нет? Я думаю, что я должен продержаться здесь в лидерах. Так что, как говорится, время покажет. Ну что, дорогие мои друзья, давайте посмотрим с вами, наверное, результаты моих, как говорится, побед. О, да, ребята, поздравляю нас, мы с вами перешли в 7-ю лигу. Блин, правда, никого я пока не вижу, очень мало. Всего лишь один чувачок, слэшер, к нам пожаловал. Давайте заценим, что это за хмырёныш такой. Так, воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, не буяньте. Ха-ха, все равно победа за нами. Шикарно, в принципе, да. Конечно, не получится у нас, ребят, сейчас здесь с вами поиграть, потому что, как вы видите, никого еще нету. Ну, ждать придется, конечно, но для этого нужно время, а у меня его столько нету. Но, тем не менее, уже в 7-й лиге. Будем, ребята, стараться с вами как-то перейти в 8-й. Давайте посмотрим, что у нас здесь в сундучке. Так, кола на удачу, это хорошо, тоже пригодится. Мне интересно, а мы можем кого-нибудь с вами проапать хотя бы на один разочек? У нас, правда, 420 золотых. И да, этого вполне достаточно, чтобы мы могли проапать своего солдата. Так, давайте-ка сюда газировку поставим. Ну, а сюда хлебушек. Ну, какой у меня там... Ага, 7-й уровень получает у меня солдат, щитовик. Ну, вроде бы пока и все, ребят. Главное, что мы уже с вами в 7-й лиге. Сколько их здесь, я не знаю. Но чем дальше мы продвинемся, тем лучше для нас, тем большего мы увидим. Ну, а на этом я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока и удачи вам.